Я думаю, что произошло очень важное событие. Возникло некоторое таможенное новое пространство. И это таможенное пространство вселяет в меня надежду, что Россия будет обрастать новыми образованиями, которые позволят нам без виз, в открытом доступе, в открытом пространстве, дружеском вокруг нас существовать. Я бы хотела, чтобы Россия всегда была окружена государствами дружеского расположения. И вот такой таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России меня вселяет оптимизм тоже. Я думаю, что это очень важное событие, которое может нам принести очень интересные результаты. И это, кстати, новый рынок для рекламы.